Борьба малышей с тараканами бывает выглядит довольно забавно. Тут, видите, ребенок как интересно перецветает. Ну, взял поперек, сражается, таракан держится там за кусочек влажной салфетки. То есть тут борьба такая, баталии, кошмар. Бои без правил. Жесть. Это он такой, не отпущу. Нет. Мое. Реально прикольный товарищ. Ну, я так думаю, что пятна, в принципе, наверное, сойдут с возрастом. Посмотрю, что с него вырастет, какого окраса. Пока даже угадать не могу. Сражается, сражается. Это может долго продолжаться, потому что он неправильно взял таракана поперек. И он да все равно разворачивать. Ну, пусть учится, пусть побудет так. Я вот пока оставляю, пусть поборется. А потом, если сам не догадается распрямить, тогда помогу, куда деваться. Ну, пришлось помочь развернуть, тогда в лицо оно нормально поместилось. А то б так стоял долго до бесконечности. А глазки там у тебя какие? Ух! Покажи свои рептилоидные глаза. Да, в кого не знаю, но реально глаза уматывает. Жесть. Просто жесть. Вы видели такие глазочки? Из очень-очень страшной сказочки. Такие глазочки. Красавчик. Или красавица. Да не, больше нету, можешь не искать. Себя хватит.